Всем добрый вечер, привет, друзья, кто еще в состоянии после целого дня разных уроков классных на Вайкре, кто еще в состоянии что-то слушать и воспринимать? Всем привет. Вот, рада вас всех видеть. Так. Напишите кто-нибудь что-нибудь в комментариях, чтобы я понимала, что меня видно, слышно. Я думаю, что все нормально. Вот, все, я вижу. Спасибо. Спасибо. Первое, что хочу сказать, это то, что на прошлом уроке, кто был, кто не был, обязательно посмотрите прошлый урок, потому что наш цикл лекций, он поэтому и называется цикл, потому что мы идем как бы по порядку, все лекции взаимосвязаны, и вам будет сложно, если вы не будете, не просмотрите предыдущие. И на предыдущей лекции мы обсуждали структуру того, как мы будем работать над своими качествами, и что для этого предлагается такая специальная, разработанная мудрецами таблица и методика, как это делать. И я вам обещала, что я попробую ее сделать в электронном виде, эту таблицу, для того, чтобы вам было удобно распечатать или даже в электронном виде отслеживать свои изменения, отмечать их, чтобы оно у вас все было наглядно. И я в описании к этому прямому эфиру я добавила ссылку на Google Диск, где вы можете эту табличку посмотреть, и я так думаю, вы ее можете скачать. Вот, я сделала доступ по ссылке. В общем, вы попробуйте и напишите мне, как она там открывается, не открывается, работает, не работает, что-то, может быть, нужно добавить. Что в этой таблице? Там вы увидите, внизу будет 18 вкладок. Так как я рассказывала на прошлом уроке, да, что весь этот процесс, он как бы из 18 листов состоит. 13 первых листов — это 13 основных качеств, которые мы будем разбирать. Каждое качество, оно прорабатывается неделю, 7 дней. И получается, вот я там внизу написала, неделя 1, да, то есть это вот первое качество, которое мы будем сегодня разбирать. Вверху я написала как бы главную такую фразу мудрецов относительно этого качества. Ее не нужно воспринимать буквально, да, то есть мы будем разбирать, и вы поймете. Но это как бы такое центральное какое-то выражение, мы будем о нем говорить. Его важно просто записать, чтобы когда вы будете отслеживать потом это качество, чтобы у вас оно в голове да, всплывало. То есть эта фраза ассоциировалась с дальнейшим описанием этого качества. В общем, это все находится по ссылке в описании к этому уроку. И там идет перечислено на каждой неделе, хоть мы и на неделе работаем над одним качеством, на каждой неделе перечислены все 13 качеств. Я потом дальше объясню, зачем. И столбцы, это 7, там 7 столбцов, это 7 дней, да, то есть каждый день вы отмечаете на, как бы, нарушили вы это качество или нет. То есть если вы нарушили, вы ставите там точечку или галочку. Если вы нарушили 5 раз, ставите 5 точечек, 5 галочек. Вот, но об этом еще раз потом в конце урока я вам напомню. И сегодняшнее, то есть мы два предыдущих урока, это были два таких фундаментальных урока, на которых мы разбирали очень важные вещи относительно того,
ну, такие глубокие важные вещи относительно того, зачем нам вообще все это, зачем нам работать над собой, зачем это вообще все нужно, к чему мы должны стремиться, и обсуждали структуру этого всего, алгоритм этого всего. То есть это такие были два фундаментальных урока в этом курсе. Их важно, обсуждали там еще структуру души, что тоже очень важно дальше будет. И кто не смотрел, посмотрите, они небольшие, они там по полчаса или даже меньше. Вот, вы их можете найти на Вайкре и пересмотреть просто. А с этого урока мы начинаем уже конкретно работу над этими 13 качествами. И первое из этих качеств, оно называется «покой души». Я сейчас прочитаю вам как бы вот это вот изречение мудрецов, которое стоит во главе вот этой таблицы, которую я вам скинула, и ну, во главе как бы обсуждения этого качества, и потом вы поймете, почему как бы не нужно, да, там сразу буквально это воспринимать. Значит, пишется, что «покой души, превозмоги себя в малозначимом, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не должно лишать тебя покоя души». То есть мы как бы просто это фиксируем, и дальше мы разбираем. А зачем вообще нам нужен этот покой души, так сказать? Это состояние, оно, да, то есть если перевести его на какой-то наш такой более современный язык, да, это какая-то такая рациональность и как бы трезвость ума. Вот трезвость ума больше подойдет по описанию. И значит, для чего это нужно? Для того, чтобы мыслящая часть души, вот мы сейчас возвращаемся, да, к прошлым лекциям о структуре души, для того, чтобы мыслящая часть души, она смогла оставаться на своем посту и смогла как бы выполнять свою работу, то есть контролировать животную душу и остальные, животную часть души и остальные процессы. То есть когда не сохраняется покой души, тогда мыслящая часть души, она как бы перестает делать свою работу, и тут начинаются процессы тогда у нас в душе, которые ведут нас не в ту сторону. То есть тогда трон захватывает там животная душа, и, в общем, начинается не то, что надо. Поэтому важно сохранять этот покой души, потому что именно он следит за тем, чтобы мыслящая душа пребывала на своем посту. Именно это качество. И также это качество, оно нам помогает сохранять нашу свободу выбора, которая у нас всегда есть, но мы об этом можем забывать, мы этого можем в какие-то моменты своей жизни не чувствовать, не понимать, в чем же сейчас она состоит. А опять же, это качество покой души, оно нам дает это ощущение свободы выбора и дает ясность, понимание, в чем на данный момент наша свобода выбора заключается. Дальше. На данном этапе очень важно понять, как нам вообще, потому что вот в этой таблице пресловутой, которую уже 100 раз упомянула, там нужно отмечать именно случаи, когда у нас не получилось сохранить то или иное качество, то есть не получилось сохранить покой души. И поэтому, чтобы нам понимать, когда у нас не получилось, нам нужно понимать, как идентифицировать это состояние. Вообще, сейчас немножко вспомним, для чего мы это... Ну, один из аспектов, для чего мы это делаем. Да, по-моему, на прошлом уроке мы говорили о том, что невозможно управлять тем, что нельзя измерить, да, то есть и ни бизнесом, ни домом, ничем, и тем более невозможно управлять собой. Но почему-то измерять себя мы, нам очень сложно, да, потому что очень сложные критерии, как вообще измерить свое состояние на данный момент, свои эмоции, свои, не знаю, ощущения, свои какие-то причины, почему мы поступили так или иначе.
И вот вся эта работа над собой, она помогает нам это делать. Она помогает нам искать инструменты, чтобы измерить себя, скажем так, да, чтобы для того, чтобы мы могли собой управлять, для того, чтобы мы могли себя контролировать, для того, чтобы мы могли свои лучшие стороны использовать, а худшие, наоборот, не использовать или перевести их в то действие, которое будет, в котором они будут выражаться в хорошем смысле. Так вот, сейчас наша главная задача на данном этапе научиться идентифицировать, что значит нарушение вот этого покоя души, этого качества. Итак, оно может происходить и от плохих, да, негативных каких-то эмоций, таких как ужас, страх, страдания, какие-то там даже там страх выступлений, даже там ночные страхи, какие-то страх столкновения с трудностями, то есть какие-то вот страхи, какие-то ужасы, а также это могут быть какие-то позитивные вещи, связанные с страстью, да, то есть с излишней страстью к чему-то. Это не обязательно страсть какая-то интимная, при том, что интимная страсть может быть и вообще хорошей, и сохранять покой души. Но мы говорим о плохой, ну, как бы о плохой стороне страсти. Это тогда, когда у нас вот затуманивается рассудок, да, и мы просто не, как бы не соображаем, что мы делаем, когда мы находимся в отношениях с человеком токсичным, который делает явно нашу жизнь хуже и нас хуже, но мы при этом продолжаем с ним там находиться, да, то есть это вот страсть, которая не во благо, скажем так, которая нарушает покой души. Страсть или там пристрастие, может быть, лучше сказать, каким-то там вещам, типа алкоголю, наркотикам и так далее. То есть вот эти все вещи, они приводят к нарушению покоя души. Чтобы понять вообще вот это состояние нарушения покоя души, это очень близко к такому, знаете, оцепенению. То есть оцепенение, когда ты, даже понимая и зная, что ты можешь сделать, ты не можешь это сделать. Это вот приводится такой пример, что есть, ну, может быть, он поможет понять, есть такие змеи, которые охотятся на маленьких птиц. И что они делают? Они как бы заползают на дерево, где сидит эта маленькая птичка, и открывает широко пасть. И птица видит эту пасть змеи, но при этом она может улететь. Но она настолько пугается, у нее настолько вот оцепеняет ее вот этот страх, что она не может ничего сделать, кроме того, чтобы просто взять и упасть в пасть к этой змее. То есть это такое чувство оцепенения, когда, если это какие-то вот вспомнить жизненные примеры, это когда, ну вот в плане отношений, да, когда, я же говорю, вы в отношениях с каким-то токсичным человеком, который вы знаете точно, что портит вашу жизнь, который, ну, ничего хорошего не приносит, кроме страданий и каких-то каких-то минутных, да, там, страстей и наслаждений, но вы при этом как бы вы понимаете, что вы можете от него уйти, вы понимаете, что вы можете, не знаю, изменить к нему отношения, еще что-то. То есть умом вы понимаете, но физически вы не можете это сделать. Да? У вас какое-то оцепенение, какое-то затмение рассудка. Вот это состояние называется как бы потерей покоя души. И там есть еще примеры, связанные, например, с такими вещами, как там страх выступлений, да?
страх публичных выступлений. То есть человек должен выступить перед аудиторией, но он настолько боится, что он вместо того, чтобы готовиться к выступлению, да, там что-то повторить или просто, не знаю, успокоиться, у него такое оцепенение, что он ничего не может делать. При этом потом еще выходит на сцену и ничего не может сделать, и, не знаю, молчит. У меня, помню, была одноклассница в школе, которая очень боялась рассказывать стихи. Она их прекрасно заучивала. Она мне на переменке перед уроком рассказывала этот стих 20 раз. Но она настолько боялась выходить к доске и рассказывать, ну, перед классом рассказывать, что когда она выходила, у нее было вот это оцепенение. Она, правда, слава богу, не начинала плакать, она начинала истерично смеяться. И ничего не могла сказать, ни одного слова, ни вообще рассказать этот стих. То есть вот это состояние оцепенения — это потеря покоя души. И очень важно сейчас отметить то, что есть вещи, при которых работа над собой, просто работа над собой не поможет в плане вот потери покоя души. То есть если у вас ночные страхи, и вы, да, при них, ну, вы, да, там просыпаетесь в ужасе, в холодном поту, еще что-то, и у вас это не просто там иногда бывает, а какие-то постоянные состояния. Если у вас оцепенение и страх перед решением проблем любых, не то, что там вот у вас там какая-то суперсложная проблема, там, конечно, перед какой-то очень сложная проблема, не дай бог, не про нас будет сказано, у всех происходит оцепенение, но есть люди, у которых происходит при каждой какой-то сложности или при каждом каком-то, да, там, выборе даже в жизни происходит вот это оцепенение. Потом еще есть люди, у которых любая смена обстановки тоже вызывает это оцепенение. Или есть люди, которые не знаю, в большом скоплении людей теряют просто рассудок, и у них происходит оцепенение, паника. Это состояние, которое уже, это уже как бы психологические, психические какие-то нарушения. И с этими состояниями невозможно просто работать, просто как бы самим собой, да, вот как мы обсуждаем, или там с кем-то, с другом с каким-то. Вам нужно найти или очень хорошего раввина, который вас как бы сможет с этого состояния вывести, либо вам нужно идти обращаться и медикаментозно с этих состояний выходить. То есть очень важно на данном этапе отличить, да, что есть состояние вот этого оцепенения и потери покоя души, которые связаны с какими-то именно психологическими или психическими зажимами, с какими-то, то есть то, что нужно, то, с чем нужно обращаться к профессионалам, да, или духовным там каким раввинам, каким-то очень хорошим, либо к медикам, вот, но не нужно ну, самим собой с этим работать. Но мы сейчас поговорим о тех состояниях, которые, да, нам подвластны, которые мы можем сами распознать, которыми мы можем управлять. И чаще всего, вот в 90% случаев, вот этот вот потеря покоя души и вот это какое-то оцепенение и страх и ощущение тревожности такое, да, оно чаще всего у нас возникает от того, что мы думаем о своем будущем, и мы как бы мы беспокоимся о своем будущем, да, то есть есть беспокойство о своем будущем хорошее, это тогда, когда мы думаем так: мне нужно, значит,
через год поступать в университет в Америке, значит, мне надо за этот год выучить английский до уровня C1, значит, я сейчас записываюсь там на курсы или к репетитору и начинаю активно заниматься, да, то есть это такие как бы положительные мысли о будущем, планы, то есть это мысли, которые приводят к каким-то конкретным действиям, которые мы можем здесь и сейчас сделать. А что у нас вызывает? И это не вызывает нарушение покоя души. Это наоборот вызывает активные какие-то действия, развитие и так далее и тому подобное. А что, да, вызывает нарушение покоя души? Это когда мы думаем о своем будущем в разрезе незнания, что с нами будет, и переживания о вот этом незнании, что с нами будет. И нас эти мысли, они нас затягивают в такой водоворот, что мы просто не можем потом, мы теряем вот этот вот покой души, вот эту рациональность, мы не можем с этого потом состояния выйти. То есть приведу пример. Например, вот про себя расскажу. Какие у меня бывают в последнее время, какие мысли о моем неизвестном будущем затягивают меня в такие состояния. Например, мы с мужем год назад переехали в другую страну. Да, мы переехали в Германию. И как бы у моего мужа здесь там понятный путь, да, что он собирается делать, ну, более-менее. А у меня как бы, я так, ну, за мужем переехала, да, а сама такая думаю, а что же мне тут делать? А мне же нужно, наверное, на что-то пойти здесь поучиться, потому что мое образование, которое я получила в Украине, оно здесь ни к чему. Наверное, нужно это. А на кого мне вообще пойти учиться? Это же мне надо еще как-то, чтобы эта, не знаю, профессия, она как-то еще совмещалась с моей религиозностью, с моим всем соблюдением. А еще мне же нужно как-то, чтобы там, чтобы я вообще успевала проводить время с семьей и с ребенком. И как вообще, и вот что, куда мне вообще податься. И вот эти вот размышления такие, да, о своем как бы неизвестном будущем, но вот я об этом переживаю, но эти размышления, они не приводят никаким конкретным действиям. Вот я просто сижу и переживаю, что же мне делать, куда же мне податься, и вообще, как мне дальше жить, и как мне, ну, вот вы понимаете, да, то есть вы просто должны ощутить разницу. Переживания о своем будущем, которые приводят к каким-то конкретным действиям, и переживания о своем будущем, которые ни к чему не приводят, кроме как к потере вот этого покоя души. А что, например, да, нужно сделать, и что, например, я в этом конкретном случае осознаю, и каждый, на самом деле каждый человек, когда он беспокоится о своем будущем, если он опустится на землю и поймет, что в данный конкретный момент я могу сделать для того, чтобы 100% улучшить свою ситуацию там в этом будущем, которого я хочу, которое я вижу. Например, в моей ситуации, вот что, даже если я не знаю, кем я там буду работать, буду ли вообще тут работать, не буду ли еще что-то, например, я 100% знаю, что мне нужно учить язык для того, чтобы вообще как-то социализироваться в обществе. Но тут опять у меня начинаются там какие-то мысли, там, не знаю, а зачем вообще мне учить этот немецкий язык? А вдруг он вообще мне не пригодится? А вдруг мы через 2 года отсюда уедем и переедем там по работе в другую страну? Но это же все как бы глупости, ну не пригодится, что лишнее будет изучение языка. То есть что я могу сделать в конкретный момент? Это пойти и учить язык, или там, не знаю, самой сидеть дома, или репетировать, неважно. Но это то, что точно приблизит позитивный как бы какой-то исход моего здесь будущего. И это то, что я точно могу сделать, и это то, что как бы приводит мои мысли в какое-то действие. Да? То есть важно, чтобы наши мысли, беспокойство о будущем, они приводили к каким-то действиям, да, к составлению какого-то плана и к приступлению его выполнения,
а не просто вот это вот самобичевание простым языком. То есть чаще всего мы не берем вот все, да, там какие-то клинические случаи, которые я перечислила, да, какие-нибудь панические атаки, страхи и т.д. и т.п., которые тоже приводят к потере покоя души, но с этим лучше самим собой не работать. Чаще всего, что нас приводит к потере покоя души, это как раз-таки вот эти вот излишние беспокойства о неизвестном будущем. Итак, что же нам делать, чтобы эти излишние беспокойства как бы убрать и чтобы все-таки не терять это состояние покоя души? Ну, первое, это я вам уже сказала, это следить за тем, что приводят мои мысли к каким-то действиям конкретным или нет, потому что все на весь наш иудаизм, он состоит на действии. Все наши там законы, все наше соблюдение, оно все выражается через действие, потому что так работает механизм нашей души, так работает наша реализация в этом мире через действие. Если мы это не можем, да, как-то привести, наши эти мысли не приводят ни к какому действию, значит, мы их должны отбросить. Второе, это, естественно, мы уже тоже об этом говорили, это упование на Всевышнего. Это понимание того, что, ну, как бы, не все вообще в наших руках, далеко не все. Не все нам подвластно, не все от нас зависит, и мы можем прикладывать и должны прикладывать усилия для того, чтобы как бы прийти к позитивному результату или каким-то целям, к которым мы можем прийти. Но мы также должны отдавать себе отчет в том, что не все от нас зависит, все зависит от Всевышнего. И если мы будем как бы сохранять это у себя в сердце, эту мысль, и понимать, что да, я буду делать, я буду работать, но я также понимаю, что результат, который я получу, зависит от Всевышнего, и что невозможно, мы не можем предугадать, что будет, мы не можем знать, даже если мы составим идеальный план своего развития на ближайший год, мы все равно не знаем, что из этого получится. Мы только можем делать, да, воплощать наши мысли в действие, стараться работать над собой. Но результат от нас не зависит. От нас зависит действие, но не результат. Это отдельная большая тема. Упование на Всевышнего — это очень сложно. Это очень тоже сложная работа над собой, потому что, ну как же, что я ж как бы, я что, сам не могу решить, что мне делать? Я что, сам не могу контролировать, что мне там сейчас учить, где мне работать, где мне жить и так далее? Я вообще сам могу все спланировать, все сделать и так далее и тому подобное. И как бы особенно люди, которые сильные, которые чувствуют в себе силы все это сделать и преодолеть, им сложно полагаться на кого-то еще, им сложно полагаться даже на того, кто рядом с ним, например, там на мужа, а тем более на того, кого они не видят. Вот. Но это важно, это большая отдельная тема, но это один из способов, да, то есть я просто вам перечисляю. И третий способ это, знаете, есть такое выражение, это, по-моему, царь Давид сказал, что прямодушным радость, да. Вот нужно идти прямым путем. Нужно не нужно придумывать какие-то ухищрения, не нужно придумывать какие-то сложные пути, не нужно придумывать какие-то сложные заходы или выходы из каких-то обстоятельств, или, например, какие-то извилистые пути взаимодействия с какими-то людьми, или еще что-то. То есть нужно действовать всегда, стараться действовать прямодушно, прямолинейно, не выкручиваться,
естественно, да, там не врать, не искать выгоды в, то есть, своих действиях, то есть не делать, то есть часто мы когда видим, что, ну вот, если я здесь немножечко как бы что-то умолчу, или здесь немножечко как-то правду о себе, или еще что-то я как-нибудь перекручу, но, ну, на самом деле я же не сказал неправду, я просто как бы не совсем сказал правду, или еще что-то, или то же самое касается бизнеса, да, то есть если вы работаете, у вас есть клиенты, у вас есть партнеры, у вас есть начальник, я не знаю. Нужно всегда стараться быть открытым, прямолинейным и прямодушным. Потому что почему прямодушным радость? Почему у них внутри вот этот покой души? Потому что они не переживают о том, что так, надо же запомнить, какой я там применил, да, способ, как я там что обошел, чтобы потом же ж не проговориться, или чтобы ж потом, я не знаю, не как бы не потерять прибыль, чтобы там, то есть, когда ты действуешь все время прямо, тебе не нужно переживать потом о дальнейших своих, да, действиях или о дальнейших своих, о том, что другие там подумают, не подумают. То есть ты всегда нужно стараться быть открытым, прямолинейным, и это всегда потом в итоге проще, потому что это тяжело, на это тяжело решиться, но потом это приносит всегда спокойствие и удовлетворение. То есть если мы подойдем напрямую и скажем, что я сегодня не пришел на работу вовремя, потому что я проспал, а не начнем говорить, я, понимаете, там автобус не приехал вовремя, и, короче, там, я не знаю, еще что-то, вообще водитель странный, ехал очень медленно, потом поехал каким-то не тем путем, мы попали в пробку, еще что-то, вместо того, чтобы сказать, что просто, ну, бывает, ну, проспал. А потом, если вы там вот придумали историю какую-то про автобус или еще про что-то, какую-то, не дай бог, болезнь, то и потом все равно когда-нибудь, да, где-нибудь будете все время переживать о том, что где-нибудь в разговоре вдруг там что-то выплывет, или хотя бы весь этот день будете чувствовать уже какой-то внутри дискомфорт и такое, типа, неприятное ощущение. И, ну, это такой простой пример, но все-таки пример, да, не нужно искать, всегда лучше всего действовать прямо, прямолинейно, прямодушно, везде, в работе, в жизни, с любимыми, с друзьями, со всеми. То есть мы с вами сегодня попытались понять, что такое покой души, да, это состояние, в котором наша мыслящая душа, мыслящая часть души может оставаться на своем посту и контролировать животную душу, и это состояние, в котором у нас как бы сохраняется рассудок, состояние, в котором у нас сохраняется свобода выбора. Потеря этого состояния очень страшна, она приводит к оцепенению, к тому, что мы ничего не можем в итоге потом сделать, мы даже можем понимать, что мы должны сделать, но не можем. Также мы с вами разделили два вида потери вот этого покоя души. Одно, это, скажем так, да, клиническое, это какие-то состояния, да, таких ночных страхов, панических атак, постоянный страх перед какими-то сложностями, вот ужасы какие-то, кошмары, и вот это все, да, то есть это состояние, которое нужно, с которым нужно обратиться к вашему раву и к медицинским сотрудникам. Вторые состояния потери покоя души — это то, что мы можем с вами контролировать, то, что мы можем отслеживать, то, что мы можем стараться избегать. Это в основном состояния, связанные с беспокойством о нашем неизвестном будущем. Ближайшее это будущее или далекое, неважно. И рассмотрели три способа, как с этим можно бороться. Во-первых, отслеживать свои мысли, что если мысли приводят к каким-то конкретным действиям, значит, все ок. Значит, эти мысли о будущем, они правильные, плодотворные. Если не приводят к каким-то конкретным
действием, значит, долой их из сердца вон. Второй способ – это упование на Всевышнего. И третий способ – это прямодушным радость. Да, действовать все время, стараться прямо, честно, не искать извилистых путей ни в бизнесе, ни в отношениях, нигде. Дальше, значит, покой души – это качество, которое мы с вами должны на этой неделе проработать. Проработать как? Мы рассматривали на прошлых уроках, сейчас я быстренько повторю, да, у нас уже есть таблица, я вам подготовила ее. В этой таблице вы находите качество покой души, у вас есть 7 столбиков, 7 дней, и вы, ваша главная задача на протяжении вот этой недели, 7 дней, это постараться идентифицировать в своей жизни потерю вот этого покоя души. Просто идентифицировать, не стараться с этим ничего делать, просто идентифицировать, когда это происходит, в какой день этот, и потом в конце дня отмечать, было это или не было на протяжении сегодняшнего дня, сколько раз было. Дальше уже более высокий уровень, это как бы анализировать эти ситуации произошедшие, почему, как записывать в отдельный блокнот какие-то очень ситуации, которые вас задели. Это мы будем дальше еще разбирать. На данном этапе, на начальном, ваша главная задача — научиться их идентифицировать, эти состояния, когда у вас происходит потеря покоя души. То есть вот эту неделю вы должны стараться в своих будничных делах, в своих, да, обычных ежедневных делах отслеживать, когда у вас происходит вот это вот состояние потеря покоя души. И стараться это заносить в табличку. И еще одно. Дальше у нас, ну, мы каждую неделю, то есть каждая неделя новое качество. Я раньше давала уроки раз в две недели, но я подумала, что вот, чтобы мы как бы могли в комплексе рассмотреть как раз 13 недель, 13 этих качеств и их проработать, я постараюсь, я не обещаю, но без ратышем я постараюсь все-таки давать каждую неделю именно вот на протяжении этих 13 качеств, чтобы мы все-таки как-то за 13 недель это смогли все пройти, иначе это растянется на полгода, и вообще все потеряют нить происходящего. Вот, так что всем шавуотов, всем хорошей, плодотворной недели, чтобы у вас получилось, да, вот это очень классное состояние, когда у вас получается отслеживать в себе, да, то есть вы уже учитесь управлять собой, вы уже находите рычаги своей души, когда вы уже умеете отслеживать. Ага, вот сейчас у меня вот сегодня, когда я там думала о том-то, произошло вот это состояние, потеря покоя души. То есть вы просто делаете колоссальную работу над собой, и я вам желаю удачи в этом деле, силы, терпения. Это всегда долгий и сложный процесс, но он того стоит. Все, всем хорошей недели. Надеюсь, до встречи через неделю.